отгибать его клапаны. Ага. Это как в «Разрушителях легенд» такое было. Что? В «Разрушителях легенд» такая штука была. Это... Пробьет ли баллон стену? Ясно. Или ворота? Ой, бля. Яма? Да. Где? Ну вот там, где я шел. Посмотри, когда я говорю, бля, через 3 секунды ты идешь. И в общем, осторожнее будь. Ворота или что? О! Ага, накрытый, накрытый бетоном. Что? Что снимаешь? Да, да, здесь очень холодно. Да, свежо, правильно, не холодно, свежо. Свежо, бодрит так вообще. Вообще бодрит. Надо еды было сюда идти. Можно и в химзе, главное, надо было взять изотермик. Вот там было бы не свежо. Нам бы тогда в тех трубах было бы не свежо. Что? Да, Цветоника вперед. Поворот здесь, видишь? Поворот? А, вижу, вижу. Ого! Ой-ой-ой. Ого! Бляха-муха. Похоже, да. Ого. Да, кстати, за поворотом. Ой! Ну да. Было очень отрывчиво. Знаете, что это портава? Далеко ли? Я думаю, недалеко. А, нормально, сбегай на сторону. Блин, я думал, то у меня голова кружится. Смотрю, лед идет. Или доход. Снимаешь видео, да? Да. Будешь потом где-нибудь в красоту? А как же? Лева, не прекрасно, я там поступил. Сижу, ёпта. Смотри. О. Как только села, по имени отчество. Юрий Михайлович. Юрий Михайлович одобряет такой подход. О, у нас она издохла, вот чего-то. Ух ты! Класс! Какая дина, елки-палки, она сломается, если на нее залезть. Ну, может, поезд бетон, ты поехали. Да, это все двумя ломиками. Такую монолитину. Ага, ну за ней там еще одна. Чистая вода, можно играть.